Дорогие друзья, с вами канал Irga Game, и у нас с вами внезапно так, ну как внезапно, неделю активности особо не было, ну ладно, не об этом. У нас внезапно подкаст. Да, я наконец-то сумел записать хоть что-то, кроме своих летсплеев, которые длятся по 30 минут. Ну, вот как бы вы видите то, что более-менее что-то такое мелькает. На фоне у нас игрушечка Dragon Nest. Кто знает, поймет, кто не знает, ну как бы вот смотрите пока что, что там вообще такое бывает. А у нас с вами небольшой такой информационный подкаст, в котором я хотел бы поговорить с вами о некоторых вещах. Первое, это то, что вообще, в принципе, для чего я создал этот подкаст. Потому что я в один день проснулся такой и увидел, хоба, а у нас оказывается 500 просмотров на канале. Я что-то такое даже подумал, может, розыгрыш какой-то, не знаю, может, меня кто-то решил напугать, либо просто посмеяться надо мной. Но нет, оказывается, действительно так. Оказывается, на канале 500 просмотров, 15 подписчиков, и все дальше в гору. К моменту записывания моего видео, к сожалению, уже было 527, или к счастью, ну ладно, неважно, пусть будет 500. На скрине 500, значит 500. Так. Про это сказал. Что еще хочу сказать? Хочу сказать то, что очень-очень сильно вам благодарен за эти 500 просмотров. Я не думал то, что в принципе, ну когда начинал канал, я не думал то, что меня хотя бы там, хотя бы 2 человека будут смотреть. А меня смотрят 15 человек и уже 500 просмотров. Ну, круто, круто. Так, дальше. Дальше хочу поговорить по причине отсутствия активности, как в целом. К сожалению, у нас с вами декабрь на дворе, да, зима у нас пришла, и с зимой, как у студентов, так и у школьников, пришли правильно. Всякие сессии, всякие там, как это раньше называлось-то, это было контрольные, ну, как бы работы такие. И дело в том, что, так как я еще как бы студент, меня тоже эта сессия привлекла к себе, скажем так. Поэтому очень сложно мне сейчас и играть, и тем более делать подкасты, и готовиться к сессии. А сессия это такая, мать её... Так, ладно. Продолжаем. То есть причину вы узнаете. Точнее, узнали уже. Я буду записывать что-либо, там что-то пытаться, там какие-то видосики записывать, но слишком большой активности, к сожалению, пока что у меня не выходит. Получается, не получается... Ну, вы поняли. Так, дальше. Какая еще хорошая новость? Хорошая новость заключается в том, еще одна есть, точнее, ну, да, одна, сейчас еще вторая. Новость заключается в том, что я наконец-то, вот, как видите, разбираюсь потихоньку с Вегасом. То есть, для того, чтобы подкаст записать, это тоже потребовалось некоторых усилий и прочей макулатуры прочитанной. Потому что даже вот эту вот плашечку сделать и фразу для меня это, ну, как-то вау, это что-то новое для меня. Очень долго с этим морочился, но ура, я это сделал. Так, дальше. Еще приятная новость. Это усиление компьютера. Да, у меня сейчас компьютер не шибко хороший. У меня всего лишь 200, по-моему, 40-я или 245-я видеокарта. И Intel Core i5, по-моему, 4 гига, ну и так далее. Я, к сожалению, не шибко разбираюсь в компьютерах пока что, но это пока что. Так что усилять, мне кажется, надо, особенно когда все игры сейчас даже минимальные требуют 630. Да. Ну, в общем-то, с этим да. Усиляю компьютер. Это главное, это хорошо. Далее, чтобы мне было более удобно, ну и вам, наверное, тоже, я составляю сейчас таблицу. Таблицу с... играми, которые я буду проходить, и я постараюсь их проходить, даже составив небольшой график. Ну вот, как-то подумал то, что активности нету, что ж поделать, значит, можно посоставлять график, который, возможно, я буду следовать ему. Хотя нет, на самом деле, действительно, постараюсь ему следовать. Ну, в общем-то, наверное, и все. Вот чего я как-то и хотел сказать. Да, больше я ничего особо такого не хотел сказать. Или хотел, а не знаю. Я что-то смотрю-то, что у нас как-то мало, мало-мало активности в группе. Вы уж что-нибудь заходите туда. Я туда очень много всякого полезного скидываю. К примеру, так как я недавно обнаружил для себя, ну и для вас,
Обнаружил очень хороший сайт. Humble Bumble, по-моему, называется. Чем он хорош? Хорош он тем, что на нем очень редко, когда-то чаще, когда-то реже, но выходят бесплатные игрушки. Ну, как выходит? Раздают ключи этих бесплатных игрушек. Вот, к примеру, если вы посмотрите в группе моей, то там уже, по крайней мере, были 3 раздачи игрушек, которые проводил этот Humble Bumble. К сожалению, эти раздачи бывают на время, то есть не на постоянное... Они и сами раздачи эти проходят не на постоянной, не на... Что ж такое-то? Эти раздачи на время даются. То есть сами игры даются навсегда, но сами раздачи происходят в какой-то промежуток времени. И, к сожалению, они уже закончились. Если вы посмотрите, там какой-то был, по-моему, до 12 октября, какой-то там еще что-то. Ну... К сожалению, как бы вот так. Но не стоит горевать, потому что Humble Bumble, видимо, сейчас что-то начали не раз в месяц игрушку выдавать, а целых вот сколько за, по-моему, ноябрь выдал уже 3 игрушки. Причем игрушки такие интересные. То Dishonored подкинет, то Brutal Legend. Ну, то есть, как бы, такие мощные игрушки. К сожалению, или... Хотя не, к сожалению. Это не какие-нибудь там Assassin's Creed истоки. Но тоже... Кто собирает себе в библиотеку различные игрушки, почему бы нет? Ну, так что советую вам все же посетить группу и там комментировать что-нибудь, там лайкать. Это будет для меня приятно. Вот недавно один человечек даже что-то мне написал под видео, под конец видео одного. Ну, знаете, мне приятно было. Действительно было приятно, и как-то вот... Мне кажется, именно это меня и подтолкнуло на создание первого подкаста. Так что, чем больше вы будете комментировать, лайкать и, в принципе, задавать какие-нибудь вопросики, тем мне приятнее, а значит, я буду делать еще больше, еще лучше, активнее и тому подобное. Ну, в общем-то, пока что и все. Да, так что, давайте, всем пока. С вами был канал Irgo Game. Ну все, всем пока-пока.